Привет! С вами Компот. И сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Приключенческие похождения в Майнкрафте». А остановился я на том, как я сделал на себе вот эту вот штуку. Я не помню, когда я ее сделал, но вроде бы уже давно. И вот мы скрафтили еще себе вот такой замечательный тортик. Я не выпускал видео где-то 2 дня, я должен выпускать видео, но я не выпускал. Были кое-какие проблемки, и сейчас я очень голоден. Давайте его же сожрем. Все, наш тортик кончился, и мы не можем спать, пока рядом с нами монстры. Только вот где они? Никак не могу понять. Ладно, обойдемся без сна. И еще я сходил и нарубил себе вот столько листвы. И если вы мне не верите, у меня уже почти кончились ножницы. Вот тут шкала уже почти кончилась. И вот тут у меня 3 камня. Для чего вы меня спросите 3 камня? Чтобы мне сделать вот такие вот камень... Стоп. Вот такие вот каменные плитки. Я хочу сделать себе забор вокруг дома, как бы с листвой. Вот. А для начала. Давайте поспим, только сейчас быстренько сложность отключим. Все, и ложимся спать. А потом ее снова включим. Так, ну и назад включаем нашу сложность. И... Сейчас мы пойдем делать забор. Возьмем 2 стака и 6 каменных... Блин, где они? Они вот здесь. Я тут подумал и думаю, будет красиво смотреться вот эти вот каменные плиты вот на... вот так вот. Надеюсь, да, красиво. Сейчас я возьму кирку, чтобы не ошибаться. И буду срубать эти каменные, как бы, вот эти вот плиты. Так, вот, и я думаю, если вот так вот поставлю, что будет. Так, если вот так, и сюда поставить на вот эту плиту каменную, то будет закрывать окно. Понятно. Кстати, я открыл его для сети, так просто, чтобы побаловаться. Нечего просто тупо было делать, и вот я открыл для сети. Ну, а сейчас мы возьмем и будем делать. Поехали. Так. Ну вот тут уже будем вот так вот сделаем. Так. Типа у нас дальше продолжение идет. Так. Вот тут мы тоже срубим. Ставим так. Сюда. Сюда. Так, сюда, да, сюда, вот сюда, сюда. Сегодня мы, в общем-то, будем декорировать наш дом. Так. Так, у нас еще осталось. Так. Сейчас мы возьмем эти каменные плиты и будем не везде вот обкладывать, а обложим в первую очередь вот тут. При входе. Дальше. Вот. Упс. Зачем я это сделал? Зачем? Ну и беги. Хочу вам сказать, что ты была самая тупая курица в нашей семье, что ли. Ну, она была самая тупая, не давала мне яиц вообще. И, короче, она тупо была тупая. Вот. Тупо была тупая. Она давала нам яйца и всегда хотела убежать. Так что это, к сожалению, предало свой род. Предатель. Так, что стоишь рядом дома? Уходи отсюда. Ты меня огорчил. Так, сейчас. Мы возьмем дерево. У нас есть дерево. Дерево. Так, у нас вроде бы тут есть дерево. Да, у нас тут есть дерево. Сейчас, возьмем верстак, его положим и сделаем вот так. Сделаем несколько палочек. Я думаю, 16 будет достаточно. Сделаем вот так вот. Так,
Вот это все заберем. И еще раз вот так сделаем. 8 палок. Да, ну я думаю, это не надо. И еще мы сделаем вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так. Так. 24 сделали. И нам нужно стекло. Да, и блоки. Так, все, а теперь сейчас мы будем делать козырек. Только я не знаю, как я это буду делать, подниматься мне или не подниматься же. Вот это вот вопрос жизни и смерти. Давайте возьмем на всякий случай стак земли, чтобы подниматься. Чего не в креативе? Так, так, так. Так, вот сюда вот мы поставим, мы сюда вот поставим полублоки. Надо было топорик, конечно, взять. Мы без топорика обойдемся. Так. 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 Сюда, 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 сюда. Ну, я думаю, вот так вот будет достаточно. Даже, наверное, слишком много. Так, вот сюда вот мы поставим вот так. Вот блоки, а вот сюда вот мы поставим вот так вот стекло. Ну, и как вам? Я даже не знаю. Поставим сюда, сюда и вот сюда. Еще поставим сюда, сюда и вот сюда. Все, как раз хватило. На козырек, козырек. На козырек нам хватило. И все это вот мы сейчас складываем сюда, уже не поместится. И складываем вот сюда. Так, ну вот у нас получился вот такой вот балкончик. Сейчас я, только я. Пойду за шерстью, чтобы сделать себе коврик в доме. Вот, сейчас я пойду за шерстью, сделаю себе коврик в доме и, наверное, пропущу это, потому что это будет долго и мучительно ходить за овцами и как бы искать эту шерсть. Ну ладно, я этот момент пропущу. Так, сейчас ножницы возьму. Все, народ, я побежал. Все, на это ушло очень много сил и очень много ножниц, по-настоящему только одна. И вот что у нас получилось. Я когда убивал овец, то есть я стриг их и потом убивал. Так просто. И надыбал себе 11 левел опыта уже. И постелил себе такую шикарную дорожку. Конечно, много, но остальное все выкинул и не додумался. Постелить здесь! Ну ничего, я тогда переведу эту версию как бы в 1.6, и тогда у меня получится, что будут всякие коврики, все такое. Ну ладно, а сейчас. Мы снаружи поставим еще скамейки и на этом, к сожалению, закончим. Так, палочки, и делаем таблички. Я сделал... Нет, 3 это мало. Все, у нас что, нет дерева? Ну, окей, тогда все положу и скажу вам. Всем спасибо за просмотр. Мы уже заканчиваем. Всем удачи, всем спасибо. Всем пока!